Всем огромный привет! Вяжем сегодня бабушкин квадрат крючком. Очень красивый, нарядный, и вяжется он совсем несложно. Он очень красиво смотрится на разных изделиях, таких, например, как плед, подушка, ну и многих других. Схему вы сможете найти в группе на Фейсбуке и в Инстаграме. Ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Смотрите, переходите, пишите комментарии и присылайте фотоотчет. По схеме вяжем. В кольцо провязываем полустолбики с накидом. Следующий ряд — столбики без накида. Далее у нас идет кластер из 4 недовязанных столбиков лепестков. Следующий ряд — столбики без накида и длинные столбики без накида. И последний, пятый ряд, обвязываем столбиками с накидом и полустолбиками с накидом. Все легко и просто. Сейчас я вам все покажу. Понадобятся нам ножницы, два крючка, у меня 3,5 мм и 1,5 мм. Пряжа Yarn Art, 55% хлопок, 45% полиакрил. В 50 граммах 160 метров. Рекомендуемый крючок 3,5 мм. Пряжа может быть абсолютно любая. Делаем магическую петлю. Вяжем 2 воздушные петли. Делаем накид, вводим крючок в петлю, захватываем рабочую нить, на крючке у нас 3 ниточки, провязываем через все 3. Вот у нас получился полустолбик с накидом. Таких нам нужно провязать 8 полустолбиков с накидом. Затягиваем петельку. Присоединяемся соединительным столбиком. Провязываем воздушную петлю. Теперь в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. Вяжем этим же цветом. Должно получиться 16 столбиков без накида. В каждую петельку по 2 столбика без накида. Присоединяемся соединительным столбиком. Обрезаем нить и прячем с изнаночной стороны крючком меньшего размера. Можно воспользоваться иглой. Хвостик оставляйте подлиннее для того, чтобы его получше спрятать и закрепить, иначе работа может просто распуститься. Берем нить другого цвета и присоединяемся в любом месте. Провязываем 2 воздушные петли. Делаем накид. В
провязываем недовязанные столбики с накидом. Еще раз повторяем. На крючке у нас 4 петельки. Захватываем рабочую нить и провязываем все 4. Вот у нас получился лепесточек. Теперь провязываем 3 воздушные петли. Пропускаем одну петельку нижнего ряда, вяжем опять лепесток из 4 недовязанных столбиков с накидом. Здесь на крючке 5 петелек, провязываем все 5. Опять 3 воздушные петли, пропускаем одну петельку из нижнего ряда и опять вывязываем лепесток из 4 недовязанных столбиков с накидом. На крючке должно быть 5 петелек. И так до конца ряда. В конце ряда 3 воздушные петли. Присоединяемся соединительной петелькой. Ниточку обрезаем и прячем с изнаночной стороны. Теперь берем нить того цвета, которым мы вязали первый и второй ряд. Присоединяемся над лепестком. Провязываем воздушную петлю. И один столбик без накида рядышком. Теперь провязываем один столбик без накида в арку. Петельки сильно не затягивайте. Вводим крючок в петельку нижнего ряда, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем вытянутый столбик без накида. Провязываем столбик без накида над лепестком. Столбик без накида в арку. Вытянутый столбик. Столбик без накида над лепестком. Столбик без накида в арку. Вытянутый столбик
И так продолжаем до конца ряда. Присоединяемся соединительной петелькой, обрезаем нить и прячем с изнаночной стороны. Берем нить другого цвета, присоединяемся над лепестком. Провязываем 3 воздушные петли. Сюда же, в эту же петельку, провязываем 2 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и в эту же точку провязываем 3 столбика с одним накидом. Это получается у нас, мы связали угол. Воздушная петля, накид, пропускаем одну петельку нижнего ряда, провязываем 3 полустолбика с накидом в одну точку. Воздушная петля, пропускаем одну петельку нижнего ряда, провязываем 3 полустолбика с одним накидом в одну точку. Воздушная петля. Пропускаем одну петельку нижнего ряда, провязываем 3 столбика с одним накидом. Вывязываем следующий угол. 2 воздушные петли. И в эту же точку провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали еще один угол, опять воздушная петля, пропускаем одну петельку нижнего ряда, в следующую петельку провязываем 3 полустолбика с одним накидом в одну точку. Воздушная петля, пропускаем одну петельку нижнего ряда. В следующую петельку провязываем 3 полустолбика с одним накидом. Воздушная петля. Пропускаем одну петельку нижнего ряда. И в следующую петельку опять провязываем угол. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом в эту же точку.
пропускаем одну петельку нижнего ряда, воздушная петля, провязываем 3 полустолбика с одним накидом в одну точку. Воздушная петля и присоединяемся соединительной петелькой. Нить обрезаем, и наш бабушкин квадрат готов. Хорошо прячем ниточки, хорошо фиксируем. Как видите, все легко и просто. Я желаю вам терпения, вдохновения. Присылайте свои фотоотчеты мне на Facebook. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых видео. Всем пока!